Насте Парыгиной 12 лет. В Министерстве спорта Омской области она впервые. Совсем недавно школьница написала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросила пару фигурных коньков. 23 января мечта сбылась. Министр спорта Омской области Дмитрий Крикоренц вручил Анастасии заветный подарок. Во-первых, это все было неожиданно, как снег на голову, но настолько приятно, что все-таки не забыли мою девочку. Учится она неплохо, занимается и музыкой, раньше и спортом занималась. Большое душевное гостеприимство оказал министр, журналисты, все люди, которые нас окружили своей заботой и вниманием. После торжественной части министр предложил гостям Насте и ее бабушке поговорить о буднях, учебе, спорте, увлечениях и стремлениях. Встреча прошла в теплой обстановке и оставила приятные впечатления. Интересно было посмотреть на его семью, на собачку, поговорить интересно было о том, как занимаются, как он занимался в детстве. Нужно учиться, думать мозгами, не делать ошибок. Ну и самое главное – это учиться, а потом уже все получится в жизни. Я уверен, что тот механизм существующий, и работающий в нашей стране благодаря президенту, помогает раскрыться талантом таких ребят, которым действительно нужно немножечко помочь. Дать небольшой какой-то толчок, просто с ними поговорить, это одухотворяет их, заставляет верить во что-то доброе, придает какие-то дополнительные силы. Поэтому мне кажется, что подобные акции, которые благодаря нашему президенту проходят, вполне отвечают тому временному запросу, который существует, что ребенку, который нуждается в помощи, искренней помощи, нужно помочь.